Всем привет! Сегодня я буду делать видеообзор на нендроидах Атаки Какаши. Нендроид у меня достаточно давно, но вот только сегодня наконец-таки руки дошли его открыть. Как обычно, покажу коробку. Для нендроидов она стандартная. Сбоку и сзади есть изображение самого нендроида и что входит в комплект. Выпускает эту серию компания Good Smile Company. Ну и вот так выглядит коробка. Что ж, сейчас будем открывать Какаши. Так, сам нендроид, как обычно, находится в блистере. Здесь вот мне выпали книги Какаши, которую он читает. Так, дальше. Так, посмотрим, что у нас есть еще. Инструкция. Дальше лист наклеек. С, ну, там название книг и... Да. Это для книг наклейки. Ну и вот такой символ на задней стенке коробки. Итак, значит, инструкция входит, как обычно, в комплект. Написана она на японском и на английском языке. Покажу, какая инструкция. Это японский язык и английская версия. Далее книги, которые входят в комплект. Сейчас их открою. Вот такие три книги, которые Какаши сенсей любит читать. И еще раз покажу наклеечки к этим книгам. Ну и сейчас уже будем распаковывать сам нендроид. Нендроид, как обычно, находится в блистере для защиты. Здесь видим сменные ручки, его банданы, лица, подставка, как обычно. Но все стандартно. Итак, сам нендроид, как обычно, упакован. Для того, чтобы вот открыть нендроид, его нужно, по сути, разобрать. Итак, вот что собой представляет непосредственно нендроид Какаши. Ну, как обычно, про качество я не буду говорить. Good Smile Company никогда меня не подводили, в них не было никогда каких-то фигурок с изъянами. Вот, так что посмотрим. Так, что у нас еще здесь есть? Райкири его. Интересно, так сделано. Знаменитые бубенчики, которыми он экзаменовал свою команду. Так, вот такая сменная бандана. Еще вот повязка. Так, сменные ручки, кисти, кунай, кстати, есть. Так, и, соответственно, сама непосредственно подставка. Так, я вот поставила Какаши на подставку. Сейчас буду менять ему ручки. Лицо поменяю. Ну, качество, как обычно, у нендроидов хорошее.
Так, вот я поставила его на подставку и поменяла ему лицо и сделала такую боевую позу. Вот так вот у меня какаши выглядит на подставке. И вот еще покажу такого милого читающего Какаши, свое любимое произведение. Вот так вот он у меня стоит и читает. Но вообще достаточно милый нент получился Какаши, поэтому ну, рада, что Good Smile Company выпустили его. Ну и, наверное, закончу я свой обзор вот на таком милом какаше с его маленькими бубенчиками, бубенцами, которые ребята должны были отобрать. Они крепятся на... Там есть такой выступ, если разобрать его, и крепятся достаточно хорошо, то есть не спадают. И мне вообще вот еще, кстати, я поменяла личку. Очень нравится такое лицо улыбающегося, довольного какаши. Здесь все у нас без изменений осталось. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!